Illustrators Award. Наконец, начать нашу конференцию, наш круглый стол по такой интересующей всех художников теме, как международные конкурсы по книжной иллюстрации, которые проходят в разных странах мира и имеют каждый свою особенность. Приветствую всех! Анастасия can begin the conference, if she is there. Очень рада видеть Елена Пазоли из Болоньи. Елена, do you hear me? Елена. Они, по-моему, не слышат нас. Елена Пазоли, директор, главный менеджер Болоньской ярмарки детской книги. И, соответственно, Болонья Фиере выставки иллюстрации. Are we already online? Can people see us? Елена, do you hear me? Елена. Они не слышат меня. Они должны меня слышать. Елена, do you hear me? Каролина, do you hear me? Они никто меня не слышит. Никто меня не слышит. Я пока могу представить участников, да. Елена Пазоли, я уже сказала, что она не только руководит Болоньской книжной ярмаркой детской, но она еще и отвечает за выставку иллюстраций, которые каждый раз на ярмарке проходят после серьезного отбора жюри из присланных оригинальных работ. Устраивается очень большая, очень интересная выставка, которая действует на протяжении всей экспозиции ярмарки, а потом там тоже решается, есть награды на этой выставке. Потом эта выставка еще путешествует дальше по другим странам. Если кому-то нужен синхронный перевод, можно взять наушники, пожалуйста. Извините за накладки. Первый раз проходит у нас такая конференция в непривычном формате. Каролина, do you hear me? Yes. Oh, finally you hear me. Елена, do you hear me? Yes, 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 I can hear you. Wonderful. Sorry for all those
difficulties because it's for the first time we have such a conference in such a format here, and we'll try at least. Случилось совершенно невозможное. Открылась Московская международная книжная ярмарка в офлайн формате. С чем я поздравляю вас всех и очень рада, что мои друзья, коллеги, знакомые, замечательные специалисты могут присутствовать на этом открытии. Я уже представила вам Элену Козоли. Элена, I already told about you. Теперь следующая участница нашей беседы – Каролина Балестер. Каролина. Она менеджер международной программы выставки детской книги в Шанхае. Там тоже проходит конкурс. Конкурс называется Golden Pinwheel, и она представитель организаторов этой премии. Каролина Балестер. Вот она. Следующий участник – Тереза Телечча Мора, редактор в издательстве «Edición SM» и координатор программ по продвижению чтения, культуры и искусства в образовательном фонде «Fundación SM», Испания. Hello, good afternoon. Тереза, very nice to see you again. Yeah, me too. Good to see you, even if it's so far. Фред Мин, директор оргкомитета конкурса «Нами Конкур», Корея. Fred, is Fred there? Yes, I'm here. Can you hear me? Fred, особо хотелось бы отметить, что в этом году Корея почетный гость Московской книжной ярмарки. И тут много корейских замечательных книг. И, конечно, хотелось бы, чтобы и Фред, и другие друзья присутствовали здесь как гости, но такая у нас ситуация особая, к сожалению, это невозможно, но что поделаешь, хотя бы в таком формате, но мы можем видеть друг друга. Следующий участник – Вера Аношкинова, глава секретариата БИБ, Биеннале по книжной иллюстрации в Братиславе, Словакия. Один из старейших и авторитетнейших конкурсов по книжной иллюстрации, где собирается прекрасная выставка из разных стран, художников, которые должны подать свои работы уже после серьезного отбора жюри в своей стране. Книги могут быть только уже изданные, выставка делается только из оригиналов, и, в общем, история этого конкурса очень интересная, и замечательные люди этим занимаются. Вера Аношкинова. Can you show up? No. Well. Эдуардо Филиппо. Представитель международной премии «Иллюстрарте». Эдуардо. Hi. Wonderful. You're welcome. Португалия. Тоже замечательный конкурс. Я думаю, что каждый из наших участников будет иметь возможность поподробнее рассказать о специфике именно своего, хотя каждый конкурс именно международный, рассказать о специфике именно своего конкурса. И у нас еще присутствует Эман Мохамед, это старший руководитель, старший руководящий сотрудник секции Международного совета по детской книге в Объединенных Арабских Эмиратах по программам. Он расскажет о специфике книжного рынка в Арабских Эмиратах, а Элена Пазоли расскажет о конкурсе, проходящем в Шардже, тоже международный конкурс по детской книге. Видите, сколько всего интересного, сколько возможностей поучаствовать, особенно для молодых художников, в таких представительных,
потрясающих мероприятиях. И просто счастье, что нам сегодня удалось собрать всех таких прекрасных представителей, специалистов, друзей, коллег, которые нам про эти свои конкурсы смогут рассказать. Итак, я хотела бы в первую очередь предоставить слово Элене Пазоли из Болоньи. Она расскажет о книжной ярмарке, о книжной выставке, вернее, иллюстрации в Болоньи. И какова специфика сейчас, какие трудности и проблемы возникли в связи с той ситуацией сегодняшней мировой пандемии. И потом еще Елена нам дополнит и расскажет про конкурс в Шардже в Арабских Эмиратах. Пожалуйста, Елена Пазоли, we are expecting you to tell us about your exhibition and the contest in Sharjah. Well, hello everybody. First of all, I'd like to say that I'm extra happy to be in this conference because it is the first event in the program that Bologna, together with the Moscow Book Fair and the Children's State Library, have prepared for this strange and particular year. So I'm happy to open the program, this program that is the result of this deep collaboration with this particular panel. And before starting, I'd like to say one more thing. It's this idea of creating a conference dedicated to the illustration contest came from Anastasia Arkhipova and Maria Vedenia Pina, the Children's State Library. And it is a great idea. It is, I think, the first time that all the organizers meet together, and I'd like to invite everybody to recreate this meeting in person in Bologna next year, because this is, I think, that the possibility of networking all together is the greater. Там, наверное, немножечко не так. Я имею в виду, что наоборот, как бы, чтобы его еще сделать еще заметнее, ну, мне так кажется. Вот. А то он не очень заметный, но, по крайней мере, может, в моей ситуации я их никуда как бы больше не хотел нажимать. Вот. Мы поговорили, что у вас в комментации кнопочку сверху сделать более заметный зеленый. Да, да. Can you tell me if I have to go on or not? Sorry? Oh. Shall I go on talking or not? Do you hear me? I can hear you. Okay, because I have some problem to, because now I didn't hear the other people. Yes, okay. Elena, you can go on. They can hear. Okay, but do I have to start from the beginning, or can I go on from the point I stopped? No, you can go on from the point you stopped. Okay. So this was just an invitation to meet all together in person next April and do this networking presentation all together. So let me start presenting the Bologna Illustrators Exhibition. As you may know, it's
probably the oldest and most traditional illustration contest. It was established in Bologna more than 50 years ago, some 55 years ago. And this contest is open to all illustrators, professional and students and amateur. And it is the illustrators can be published or unpublished. It is usually it is an exhibition, a contest open only to original pieces of artwork. And we have a different international jury who judges and select the winner illustrators. So let me say that we don't have a winner. We all the illustrators that are selected are winner. Among 3,500 illustrators who apply every year, the international jury, which is different year by year, select some 70-80 illustrators. And most of them are unpublished usually, because every jury feel like doing a real scout work, but some are already published and some are already famous. Anyway, for all of them, the Bologna is a great stage to get started or to proceed in their career, because the selected illustrators are presented in Bologna in the core of the fair with an exhibition, and then this exhibition go traveling across the world, and for 2 years. The traditional venues are Japan with 5 or 6 art museums, and then the exhibition goes to South Korea and then to China. In South Korea, there's 1 or 2 stages. In China, some 5 different stages in public libraries and in art galleries. And all the illustrators and artwork are published in a catalog, which is published in Italian and English version by a very smart Italian publisher, Coraini, who distributes the annual in all countries, mainly in museum bookshops. And then it is also published in the US by Chronicle Books, and in China by Dandelion, in Japan by JBBY, and in South Korea by CCOCC, that is the agency which takes care of the tour in Korea. And there are even more opportunities for the selected illustrators, because one of them under 30 is selected, is the winner of the Bologna and SM Foundation Award, but it will be Teresa who will tell about this award. Then there is another award that is a 1 year course in Arts in Fabula School of Illustration in Italy, that is for another winning illustrator. And then since 4 years ago, we have one more chance, that is the visual identity of the Bologna Book Fair. We select one of the illustrators already selected for the illustrators exhibition, and we ask him or her to do the visual identity together with the Kia Lab design,
that is the graphic design studio, which has been working with us for more than 10 years, 15 years by now. And I can tell you that in my experience, illustrators who have been selected for our exhibitions have really got a great career. Really few of them have stopped or have not become important in the field. Of course, we try to help illustrators to explore also other fields. I mean, not only book illustration, because we think that there's plenty to do in terms of illustration, and so we promote them also in other trade shows. For example, there is in Italy a very important trade show for children's wear, and we have a partnership with them, and we present some of our selected illustrators also in that on that также, которые выступают, то, что и другие участники. И, но здесь также и другие. Вот, скажем, могут подразумеваются еще много всяких событий в 2021 году. Ну, конечно, учитывая трудную ситуацию, которая сейчас сложилась в мире, но мы решали, что сейчас на следующей выставке мы уже оригиналы не будем представлять, а просто просить иллюстраторов присылать файлы в формате PDF. То есть будет онлайн-отбор проходить, и мы сможем таким образом, ну, физически будет собираться жюри в Болонье в январе, но мы попросим выбранных иллюстраторов просто прислать также и оригиналы их работ, чтобы все-таки можно было выставить их и на традиционной ярмарке. Есть когда меня просили сказать вот несколько слов о Шардже, ну, фактически вот человек в Шардже, директор конкурса, который проводился в Шардже, который он часто также участвовал. И... Here, but also there is a nice link in our personal stories, because the author of the visual identity board, let me call it, in 2020, the Rasa Yaite, who had been winner of the Sharjah Illustrate. And so I very close to that competition because it's linked. And Sharjah competition much younger than, of course, but has been doing very well. Interesting and important. It is open to professional editors from all over. The illustrators are asked to send originals as in Bologna, and they all have an internet jury as well who judges the work, and they're differently they have three winners. There is also a money award, so it's not just a
Вот эта идея очень интересная, что там три приза, значит, $6000, $4000, и есть еще и призы для самых молодых людей. Вообще, конкурс иллюстраторов Шарджа, выставки проводятся в Шардже на ежегодной основе. Этих много раз, и это действительно очень интересно, это открытое мероприятие для всех, там участвуют школьники, и действительно качество этой выставки очень-очень высокое, и каждый год оно улучшается. Очень эмоционально заряженное, так сказать, событие, так что очень интересно. Я надеюсь, что новое правило, которое мы ввели, то есть посылать файлы в формате PDF Болонью, ну, вы знаете, я хотел бы, чтобы были итальянцы, конечно. Безусловно, отмена вот... проведение ярмарки очень повлияло на итальянских участников, но я считаю, что это действительно как бы вызов для всех нас. Но итальянцы могли бы нам предложить больше участников. И я знаю из своего опыта, что в Соединенных Штатах достаточно сложно вот, привлечь участников, потому что оригиналы работ туда, и хотя у нас в жюри были преподаватели школы иллюстрации изобразительного искусства, которые помогают нам, собственно говоря, каждый год, все равно очень сложно набирать участников для таких выставок. Поэтому я думаю, что это будет очень хорошая возможность все-таки как-то поучаствовать, хотя бы присылая свои оригиналы. Я думаю, что работа с оригиналами в Болонье, ну, я не хотела бы менять этот формат надолго, так сказать, навсегда. Ну, надо посмотреть, какие результаты это нам принесет, и в зависимости от этого, соответственно, мы будем принимать решение на 2021 год. Спасибо. Спасибо большое, Элина. Очень интересно, и мы как раз услышали о том, что, собственно говоря, нового в этом году из-за общей нашей проблемы, из-за вот этой катастрофы с пандемией, чтобы Болонская ярмарка перешла, вернее, выставка иллюстраций вынуждена была перейти тоже в онлайн-формат. Что я прошу вас учесть. Еще есть время. Elena, where is the deadline for sending the pictures to the Bologna exhibition? Почему-то она меня не слышит. Не знаю, что там с переводом. Elena, do you hear me? Нет, извините. Но это можно уточнить на сайте ярмарки. Еще можно послать свою работу онлайн и поучаствовать в выставке, если жюри вас отберет. Так что имейте в виду особенно. I would like to ask if Eman Mohammed from the Emirates, is he there? Is this Eman Mohammed? May I ask you just to continue what Elena said about the books, children's books in the Emirates, what is specific about the market of the children's books?
Извините, какие-то накладки все время происходят там с организацией. Тут, к сожалению, все не так просто оказалось. Просто надо подключить Эман Мохаммед из Арабских Эмиратов. Поскольку конкурс в Шардже тоже такой сейчас стал уже заметный, регулярный. Они принимают работы на выставке, они принимают книги, приглашают участвовать в книжных ярмарках. Вот. И надеюсь, что он сможет нам сейчас вслед за Эллиной, которая начала рассказывать уже о конкурсе в Шардже, что он сможет тоже сказать несколько слов о том, какие предпочтения у них именно в детской книге. So shall I talk now? Shall I start? Yes, you will. Sorry for all these inconveniences. Да, извините за эти неудобства. Очень жаль, что так получается, но вот технические всякие. Я думаю, что есть некоторые преимущества все-таки в такое онлайн-общение, потому что можно познакомиться со многими людьми по всему миру, сидя дома. Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех вас за приглашение меня на этот вебинар. А вот Лена, которая представила Шарджу и конкурс Шарджи, выставку иллюстраторов, это было очень полезно. Я работаю в Шардже также. Книги для детей. У нас специальная секция по книгам для детей. Ну, фактически, вы знаете, у нас в Эмиратах очень много культурных организаций по культуре и, собственно, те, которые находятся в Шардже. И мы пытаемся всегда самое лучшее, самое интересное для иллюстраторов представить на этих выставках. Поэтому я хочу поговорить о еще одном призе, о другом, одной выставке, UBBY приз, который уже 12 лет, проводится уже 12-я годовщина, называется «Приз для арабских детей по литературе». Он подразделяется в различные категории. Одна из этих категорий — это иллюстрации, собственно говоря, специально для иллюстраторов детских книг. Он открыт для всех, не только для арабских иллюстраторов, но для всех иллюстраторов, если они иллюстрируют арабские книги на арабском языке для детей. И последние 11 фактически лет мы проводили этот конкурс, и мы получили очень много из разных стран, из разных в разном стиле, в разного типа, ну, европейский стиль, бедуинский стиль, фарси стиль, то есть в разных стилях эти иллюстрации. И мы видим, как дети реагируют на эти различные стили, каким, собственно, образом они воспринимают эту информацию. И вы знаете, у нас много национальностей различных живет в нашей стране. И если вы будете вот таким образом действовать, то вы никогда не ошибетесь, потому что очень много людей из разных стран, разных типов, разные техники, иллюстрации представляются. И действительно, это детям очень интересно. Поэтому наша работа, это приз, это действительно очень престижный. Значит, всего где-то 33 тысячи долларов призовой фонд, который подразделяется между всеми участниками, всеми победителями. Я думаю, что иллюстратор... Randomly, the illustrator will take around... Возьму наугад
кажется, иллюстраторами выделяется где-то приблизительно $25,000 из всего этого фонда призового. Каждый год, каждые два года, собственно говоря, мы меняем категорию, то есть, собственно говоря, у нас 6 категорий всего, 5 это постоянные, одна меняется, изменяемая категория. Мы изменили одну категорию, так называемую книгу без слов, молчаливую книгу. Это новая категория в арабском регионе. Фактически, мы начали это в 2014 году, AB начала. Это, собственно говоря, проект, который был начат в Лампедузу. Это остров в Средиземном море, где оседает много мигрантов из арабского региона. И почему называется «Молчаливая книга»? Потому что есть языковой барьер, и как преодолеть этот барьер? Самый простой способ — это через вот такие вот книги без слов. И мы таким образом призвали иллюстраторов из разных регионов участвовать в этой категории. Мы даем им, проводим семинары, интенсивные семинары, для того, чтобы они могли более активно участвовать в этой молчаливой книге, в этом конкурсе. У нас четыре, кстати, книги на Имарате были добавлены коллекции ABB в 2015-м. И, ну вот, учитывая, ну, 12 лет для такой молодой страны, как наша, это достаточно долгий срок, я хочу сказать. Конечно, это не так, как Болонья или какие-то другие города, но для молодой страны, я думаю, это очень хорошо. Иллюстраторы начинают свою карьеру здесь. Я думаю, что это действительно, это просто удивительно. Это действительно такое достижение, которым мы можем по праву гордиться. И, конечно, каждый год мы путешествуем, участвуем в различных международных книжных ярмарках. И, как Элина сказала, мы хотели бы быть почетными гостями в 2021 году, должно было бы быть в 2020 году, но всем, так сказать, знают ситуацию. Но другой момент здесь, что здесь как бы кросс-культурный контакт происходит между иллюстраторами. И мы всегда говорим, а что, ну, например, итальянские иллюстраторы, скажем, они иллюстрируют Имарати. Значит, мы посылаем, значит, арабским иллюстраторам полный текст в Имарати. Это просто текст. Но просто вот, чтобы вы представляете, как это выглядит. Мы, кроме того, мы получали иллюстрации и из неарабских регионов, от других иллюстраторов, но просто мы видели, так сказать, эти иллюстрации согласно их культурной представлениям, согласно их культуре. Я думаю, что это удивительно, и вы увидите, как человек-иллюстратор, как его опыт отражается в его стиле. И как он умеет правильно оформить свою технику, и как интерпретирует свое искусство, и получаются прекрасные иллюстрации, которые, безусловно, стоят тысячи слов. Да. Спасибо. Большое очень спасибо. Интересно. Я думаю, что нашим захочется побольше еще узнать об этом конкурсе и о стране. И наверняка они тоже захотят поучаствовать в нем. А у нас много интересных молодых художников. У нас несколько высших учебных заведений, которые готовят именно художников, книжных иллюстраторов. И есть среди них очень талантливые и уже заметные. Так что мы приглашаем всех тоже участвовать в конкурсе в Шардже. Спасибо большое еще раз.
И теперь мне хотелось бы попросить рассказать нам о конкурсе на острове Нами в Корее Фреда Мина, поскольку Корея почетный гость в этом году на Московской книжной ярмарке. Фреда мы попросим следующим номером рассказать про этот замечательный международный конкурс, который уже несколько лет проходит. И я сама была в жюри этого конкурса и знаю, какое потрясающее отношение у основателей конкурса и у всех, кто там работает, к художникам вообще, какое отношение к иллюстрации, действительно, как к искусству изобразительному, как вот к одной из форм изобразительного искусства, и какие замечательные у них условия для того, как это все проходит, и прекрасные каталоги они издают. Фред, may I ask you to tell us about the NAMI concourse? Yes, okay. First of all, thank you very much for the invitation. I'm very happy. Большое спасибо за приглашение. Я очень рад, что я присутствую на этом конкурсе. И большое спасибо за еще раз за это приглашение. Я считаю, это имеет большое значение, что вот эти международные конкурсы, организаторы, и то, что у них есть возможность встретиться и обсудить интересные вопросы, как можно улучшить, сделать более профессиональные, сделать эти выставки. Я директор, и Конку – это такой молодой, я бы сказал, молодая выставка, молодая такое соревнование, и вот только третий год оно уже существует, это оно одно из самых молодых конкурсов, и в следующем году мы уже будем получать дополнительные возможности, цифровые будут у нас уже картины, цифровые иллюстрации. Мы создаем свой собственный сайт, потом международные жюри, они приезжают в Южную Корею, у них там два раунда работы жюри, и они, так сказать, пытаются... Там очень по нескольким пунктам. Это вдохновение, качество, уважение наследию, качество, вдохновение и нестандартные решения в области иллюстрации. Вот, соответственно, да, и потом, значит, берется 5 примерно картин, 5 иллюстраций, которые подвергаются оценке жюри. И, как правило, Мы получаем эту информацию в течение лета, и потом мы имеем возможность пригласить уже всех участвующих, и в декабре, то есть два месяца у нас идет промоушен, и после этого мы приглашаем всех. В прошлом году... С 99 стран участвовали, более 2000 иллюстраций, и очень много также иллюстраций, очень много присутствующих из России, 400 иллюстраций из России, и там среди них было очень много победителей. И у нас, значит, в каждом соревновании у нас 18 у нас победителей и получают несколько десятков получает 10 тысяч долларов, несколько человек получает 5 тысяч долларов. И это являются призы, денежные призы, самым различным победителям и, так сказать, наиболее знаменитым, удачливым, успешным. Фактически это можем говорить, что это потом мы оцениваем их работу, оцениваем победителей, награждаем их. И пытаемся оценить и поблагодарить всячески при помощи призов самых лучших и талантливых иллюстраторов. Да, и потом происходит у нас церемония торжественная, вручение наград, и выставка начинается... И потом выставка начинает путешествовать по различным странам,
и каждый год наша выставка, во-первых, отражается в BIB реестре и постоянно отслеживается успех движения выставки по миру и происходит обмен выставки каждый год. Мы обязательно определяем победителей в Болонской книжной ярмарке. И у нас, как правило, есть авторское кафе, которое находится недалеко от выставки книжной, поэтому есть шансы, что вы будете в следующий раз победителем этой выставки в Болоне. И также мы планируем этот IBGI, мировой конгресс в России в следующем году, книжный конгресс будет проходить в Москве, где все могут участвовать. Я думаю, что... То есть, безусловно, сейчас осведомленность, расширение знаний, информации о этих выставках, о соревнованиях, о присутствии в различных странах и также об иллюстраторах. Вот этим декабрем, в этом декабре больше информации мы будем получать. Большое спасибо, Фред. Россия в этом году тоже почетный гость на ярмарке в Сеуле. Но та ярмарка проходит онлайн, в отличие от здесь сегодняшней московской. И на сайте этой ярмарки будет страница, посвященная нашим художникам, которые как раз и были отмечены дипломами и премиями нами конкурса. Так что, когда будет ярмарка, можете посмотреть эту страницу на сайте ее. Спасибо большое, Фред. Мне хотелось бы сейчас пообщаться с Верой Аношкиновой. Это как раз одна из самых старейших вот таких организаций конкурса по книжной иллюстрации Биеннале в Братиславе. И отличие этого Биеннале было всегда в том, что они принимали только оригиналы иллюстраций, делали из них прекрасную выставку, на которой потом собиралось жюри, принимало решение, кто получит награды. Выставка эта потом тоже путешествует по разным странам, печатается каталог. Вот. Но там книги должны быть уже изданные, только уже изданные. Вот. Но я бы очень хотела послушать Веру, чтобы она рассказала нам про то, как выставка была в последний раз уже в новом помещении, в замке, о том, какие существуют планы на будущее. Очень удачно, что в этом году как раз не тот год, когда должна была бы быть эта выставка. Так что готовимся к следующему году. Вера, please, you're welcome. We want to listen to you. Извините, опять у нас накладки какие-то. Окей. Hello. Да, вы меня слышите? Yes, да, yeah. Я слышу вас. Я вас слышу. Это сигнал не очень хороший, но так или иначе, я очень рада, что я здесь присутствую, выступаю. Тут у меня возникали проблемы, но сейчас все нормально, более-менее все слышно, хорошо. Вот иллюстрации, работа в этом отношении. Многие из вас знают, что Даниила вы знаете. Даниил – это одна из самых старых выставок иллюстраций, конечно, старейшая. Сейчас это вопрос, что такое оригинал, а что такое копия. Много иллюстраций в цифровой форме приходит к нам, но они все равно являются оригиналами. То есть они не физические, но они в цифровой, но тем не менее оригиналы. И поэтому это может выбирать иллюстратор, как их посылать. Да. И также вот это определение сложное. В прошлом году... Это был в замке, проходил это, там проблем не было с коронавирусом, тогда не было. Все было просто. В следующем году опять будет в замке, опять проходить будет эта выставка, как в прошлом году. И потом посмотрим, насколько будет возможно организовывать это все, организовать эту выставку в этом замке. Потом мы пока еще не знаем все.
потому что еще пока министерство не приняло решение, и мы, то есть вот там дело в том, что иллюстративная вот эта выставка иллюстрации не только соревнования. Там очень много у нас семинаров для детей, обучающих. Это не только выставка, не только соревнования, потом много выступлений, театральных постановок, самых различных семинаров для молодых иллюстраторов, которые занимаются. И потом там самые различные, вот где-то 80 километров от Братиславы есть несколько непосредственно мест есть, где организуются подобные мероприятия. Когда происходят эти выставки иллюстраций. Также у нас есть большое количество выставок, которые происходят после окончания вот этой выставки, путешествующей выставки VIP во всем мире, когда она возвращается. И в Москве она происходит, и в других, большом количестве других городов, в Варшаве, Праге. Эта выставка в конечном итоге оказывается. Конечно, есть маленькие есть выставки, это мы не можем лично принимать там участие, поэтому они достаточно небольшие, но одновременно вот эти системы выставок, которые перемещаются с города в город, система улучшается, работает более надежно, качественно. Есть специальная комиссия по международному искусству для детей. Именно под этой эгидой работает выставка. Также есть выставка немых книг. Это еще одно мероприятие, надеюсь, детям понравятся подобные выставки также. И, как говорил Фред, то те, которые организовывают выставки иллюстратор, они подготавливают, скажем так, такой ремикс с различных выставок. У нас только 50 иллюстраторов с каждой страны. И каждый из них может предоставить только не более 10 иллюстраций. Дело в том, что в замке недостаточно места, и поэтому большее количество иллюстраций. Многие иллюстрации также предоставляются и показываются заинтересованным людям в других домах искусств и так далее. И поэтому все ждут открытия этой выставки. То есть примерно у нас мы показываем более 2500 иллюстраций в этом замке. И многие, конечно, знают, как это работает в отношении администрирования организации этих выставок. И я думаю, что все в следующем году и будем иметь возможность уже вживую организовать подобные иллюстрации. Так, вот я ничего не слышу. Вера, sorry, we don't hear you. Something. Так, ну я вас слышал. Just a moment, they will check it up. Так, сейчас проверим, сейчас все будет. Там в Братиславе еще проходит очень хороший специальный мастер-класс молодых художников. Иллюстраторы из заявок тоже из разных стран, и можно там провести какое-то время под руководством известного какого-нибудь мастера и поработать рядом с другими коллегами. Вера? Yes, I can hear yes. you. Can you hear me? Wonderful. Please continue. Okay, but I don't know from what part of... You just told us about the different. Ты говорила о разных параллельных выставках в маленьких городах вокруг Братиславы, где тоже можно увидеть работы иллюстраторов. Okay, so I hope you will. Yes, now it's okay. Слышите, да? Да, конечно. Теперь я вас слышу. И я говорил
тут есть ограничения в отношении количества, сколько иллюстраторов и сколько картин. 50 иллюстраторов с каждой стороны, страны не более того. И примерно 10 оригинальных иллюстраций от каждого из них, не более. И поэтому наше жюри начинает работать только за неделю до открытия этой выставки. И поэтому они должны тщательно проследить, отследить более 2500 иллюстраций, должны отсудить. И требуется очень много времени. И там призы, там гран-при, это первый приз, потом 5 человек, потом и 5, потом также табличек. И также дополнительные награды для издательства, и потом также есть для детей призы, также и детские. Очень, очень интересно, потому что у нас никогда раньше детским иллюстраторам не давали призов. Они никогда не были такими же, как которые давали большой, который выдавал большой жюри, решал кому. И поэтому представитель мэрии Братиславы как раз он принял решение, чтобы детские иллюстрации тоже судились наравне с иллюстраторами уже взрослыми. И все, которые работают в области иллюстрирования, в области соревнования, в области издательства, надеюсь, у нас в следующем году все будет лучше. И все будет более организовано. Спасибо. Будем готовиться к следующему году. Can you tell a few words about those masterclasses for the young illustrators you have? Так, да, мы будем проводить мастер-классы, да, про мастер-классы. А вы имеете в виду семинары? Да. Это рядом с Нитрой, ну где-то 86 километров от Братиславы. В данном случае это будут иллюстраторы, которым меньше 30 лет участвовать, и руководителем будет известный иллюстратор. Последний, кстати, семинар очень был интересный. У нас были там участники из Колумбии, Перу, Иран, Латвия, Израиль. Ну и из других стран также. То есть это было действительно очень здорово. Такое было ощущение. То есть действительно это как бы вдохновляло всех. И, собственно говоря, каждый год это проводится. И очень важно, чтобы лидер, руководитель был хороший. У нас последний раз был Мирослав Рагитко. Рома Тышка, Питер Ухнар, очень известный словацкий иллюстратор, художник, был руководителем. Номинация вот в этом семинаре, это были в основном секции IBB. Мы готовили там анкету в этом году, и там участники заполняли. И мы старались вот по этой анкете как-то обеспечить какой-то баланс между участниками, чтобы было немного из Европы, из Восточной, Западной и так далее, из разных стран. И это действительно очень важно, потому что художники, они учатся чему-то новому. И надо сказать, что есть разные, они смотрят разные типы, разные принципы иллюстрирования. И я думаю, что действительно очень большое вдохновение дает всем иллюстраторам. Но ведь часто художники, особенно молодые художники, учатся друг у друга, работая вместе. Это прекрасная возможность. Спасибо большое, Вьера. И теперь хотела бы переехать в совсем другое место, в другую страну, организатора тоже конкурса для книжных иллюстраторов. Это Китай.
Китай, Шанхай, международная книжная ярмарка по детской литературе. И там проходит конкурс «The Golden Pinwheel». И с нами сегодня Каролина Балестер. Каролина, we want you. Yes, I'm here. Uh-huh. Great. Hello, great. Good afternoon, everyone. Так я что здесь теперь с вами, добрый день. Мы переносимся в Китай. Каролина, мы бы очень хотели послушать, во-первых, вообще про этот конкурс. Про него, может быть, недостаточно хорошо известно, во всяком случае, всюду, конечно, но, может быть, не так хорошо знают в России. И наверняка найдутся желающие побольше в нем поучаствовать, если ты нам расскажешь поподробнее об этом конкурсе и сразу о том, какие трудности в этом году с ярмаркой и с конкурсом, в чем специфика и как вы выходите из положения. Я надеюсь, меня слышат, да? Можно говорить? Каролина. Каролина, do you hear? Хорошо. Я просто не уверена была, это был вопрос или просто приглашение, так сказать, выступить. Вы слышали мой вопрос? Я не говорю по-китайски, я не говорю по-русски. У нас не работает эта система перевода, к сожалению, я не слышу. Я спросила рассказать вас о книжной ярмарке в Шанхае, как в этом году она проходила в условиях пандемии. Книжная ярмарка. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить вас за то, что меня пригласили на это панельное обсуждение. Год назад я была в Москве. И как вот небольшая часть программы, которая там была организована, на книжной ярмарке, я видела, что очень энергично, много было людей, очень хорошо было организовано, семинары проводились по иллюстрациям, очень интересно было. И надеюсь, что и сегодня тоже будет очень полезна ваша ярмарка. Ну, я хочу сказать, надеюсь, что мы будем также и дальше активно сотрудничать с Болоньской конкурсом и выставкой, несмотря на пандемию, на все это. Что касается Шанхая, то, собственно говоря, она проводится приблизительно в тех же условиях, что и в России сейчас проводится. То есть это физическая ярмарка. С 13 по 15 ноября будет проводиться. И в сегодняшних условиях мы просто не уверены, мы не знаем, сколько международных участников, международных специалистов будет, художников, гостей смогут посетить эту ярмарку. Но мы ожидаем даже если это будет масштаба ярмарка, все равно мы надеемся, что будет, цифровое участие. Конечно, мы понимаем, что это все очень сложно, переводить, менять экраны и так далее, вот при помощи онлайн-общения. Но я сейчас вот смотрю, как вы пытаетесь это сделать, чтобы вдохновиться, и попытаться это сделать и у нас тоже. Я хочу сказать, что конкурс по иллюстрациям, который связан с этой выставкой, собственно говоря, мы постараемся проводить его в нормальных условиях, как и в обычных условиях. В марте-апреле мы запускаем на Болонской ярмарке параллельное проводится. Приглашаются все иллюстраторы с 19-летнего возраста, используя любые каналы, включая цифровые каналы.
мы оригинальные не собираем работы, мы принимаем в цифровом виде, принимаем все работы. Обычно в июне, в июле принимаем. И в этом году мы собрали 2238 из 30 стран работ, собственно говоря, и публикованных работ, которые прислали на этот конкурс. И в этом смысле, я думаю, что иллюстраторы очень хорошо как бы подхватили нашу инициативу, несмотря на пандемию. Это очень хороший признак, так сказать. У нас есть международное жюри, 5 специалистов по книгам для детей, иллюстраторы, преподаватели, издатели. Они работают все лето, собственно говоря, работают из дома на своей онлайн-платформе. Они отбирают 50 работ, которые будут, вот эти финалисты, которые входят в короткий список. Затем они вводятся в каталог, и, который издается в ходе выставки, и у нас такая формируется такая цифровая галерея на нашем веб-сайте. Список финалистов скоро будет объявлен, то есть буквально неделю осталось подождать. Я не буду вам много рассказывать про это, потому что могу вам сказать, что как такую приманку. Но я хочу сказать, что там достаточно хорошо представлены российские художники, и я знаю коллег из библиотеки, из Московской книжной ярмарки. И, конечно, мы много делали для того, чтобы продвигать вот эти конкурсы. И там очень много молодых иллюстраторов из России участвуют. Обычно жюри приглашается в Шанхай и отбирает победителей. Значит, 50 финалистов, как я уже сказал, они определяют. И, ну, в этом году, может быть, мы не сможем это сделать в Шанхае, поэтому нам придется также организовать онлайн-встречу жюри. Работаем сейчас над этим. И наши призы, ну, могут немножко отличаться, может быть, от предыдущих лет, от наших коллег. Ну, мы считаем, что вместо того, чтобы давать небольшие, так сказать, суммы денег, может быть, лучше поделиться опытом. Поэтому у нас будет 2 золотых приза. Один идет китайским, а другой иностранным иллюстратором. Китайский иллюстратор будет приглашен на следующую книжную ярмарку в Болонье, книг для детей. То есть таким образом, чтобы преодолеть изоляцию вот этого огромного рынка, китайского рынка, чтобы он был более открыт всему миру. И таким образом, значит, победитель приедет в Болонью, там будет организована кампания продвижения, обычно это молодые художники, и я думаю, что это будет очень полезно для них. Они многому смогут там научиться, как стать более профессиональными в этой сфере. Что касается международных победителей, иностранного, он будет приглашен на следующую китайскую книжную ярмарку в Шанхае. То есть и мы сделаем так же. Там будут различные графические события, мероприятия, семинары, публичные встречи. И это также будет очень интересный опыт для него. Вот таким образом мы решили работать на нашем конкурсе. И я думаю, что мы достаточно сейчас рады тому, как это проходит, хотя это будет полностью в цифровом формате. Еще хотел бы сказать, у нас есть публичные такие призы, любые посетители, участники выставки и так далее могут выбрать любимую изобразительную работу. Есть специальные призы для таких художников, если наибольшее количество таких посетителей выберут такую работу. Ну вот, еще, ну, может быть, в этом году, конечно, не будет так оживленно на нашей ярмарке в Шанхае, но я уверен, что на следующий год все вернется в нормальное русло. Спасибо. Спасибо большое. Wonderful. Рене. We are looking forward. Мы с нетерпением ожидаем
этого мероприятия, этого, этот конкурс «Золотое кольцо», конкурс в Китае. Я думаю, что это будет очень интересно. И я уверен, что и для наших молодых иллюстраторов и также будет очень интересно. Спасибо большое. Сейчас у нас еще два интересных представителя конкурсов, которые, может быть, не так хорошо известны, но это действительно очень интересно. Хотела бы попросить Терезу Четь Мора, которая является координаторами программы продвижения культуры, изобразительное искусство в Испании. Тереза, вы меня слышите? Do you hear me, Teresa? Тереза, как меня слышно? Тереза? Hello, we don't hear you. Мы вас не слышим, Тереза. А, еще раз попробуем. It's better, yes. А, вот сейчас лучше, да. Да, сейчас меня слышите, да? Нет. И мне кажется, у меня все включено. Да, поближе к микрофону, пожалуйста. Сейчас меня слышите, да? Я еще раз попытаюсь. Да, да, мы слышим вас. Да. Okay. Слышно? Okay. Да. Да, хорошо. Спасибо большое, Анастасия, за приглашение на эту дискуссию. Спасибо всем выступающим. Я не знаю, мне кажется, я вас не слышу. А вы меня слышите? Я ничего не слышу лично, да. Ну, хорошо. Ну, я вас не слышу, но надеюсь, что вы меня слышите. Буду говорить тогда. Хотела бы поприветствовать всех в Москве, в России. Значит, мы говорим о разных призах. Я хочу... Вот попытаюсь быстро объяснить вам, значит... как работает наш фонд, образовательный фонд MDSEMI, который работает в нескольких странах, в Испании, Мексике, в Южной Америке, в Аргентине, в Чили, в Колумбии и в других странах, в Доминиканской республике, Пуэрто-Рико. И, собственно говоря, он занимается также продвижением образовательной литературы для детей в Южной Америке и учреждает литературные призы, разрабатывает учебные программы в этих странах. И поэтому, конечно, искусство иллюстрации также очень важно. У нас два приза, которые были учреждены с 2010 года. У нас были учреждены призы и, собственно говоря, проведение книжной ярмарки мы проводим это для тех, кому больше 25 лет. Почему не для тех, кому меньше 25 лет, но мы решили, что этот будет очень хороший шанс именно для людей, которые уже начали работать в средствах массовой информации. Этот приз связан очень тесно с различными организациями, которые занимаются международной поддержкой. Значит, общий фонд – это $50,000. И, соответственно, очень хорошее, как бы это является вызовом, интересно для различных участников этого конкурса. Они заинтересованы в том, чтобы опубликовать свои книги, естественно, включить в них интересные иллюстрации.
Ну, у нас есть иллюстраторы, и также и которые из Азии, Европы и Соединенных Штатов Америки участвуют. Значит, как мы работаем? Значит, мы начинаем в январе. Обычно запрашиваем иллюстраторов подавать заявки на участие. И мы обычно резервируем, так сказать, большой себе стенд на Болонской ярмарке, о которой сейчас говорили. Обычно мы отбираем 70-75 иллюстраторов, которые, кстати, вот участвовали в Болонье. И когда они участвуют в Болонье, на этой книжной ярмарке, значит, среди них отбираются, соответственно, тем возрастным рамкам, которые я говорила, лучшие. И таким образом они могут продвигать свои работы, и это вызывает больше интерес среди молодых людей. Ну, я хотел сказать, что иллюстраторы, которые участвуют в этом, Филипп Джордано, например, из Италии, он участвует, кстати, с 2011 года в книжных ярмарках, в 2012 году в Линдовелла, в следующем году... Катарина Собдото из Португалии будет участвовать. Затем у нас из Великобритании будет участвовать специалист. В прошлом году еще из Италии был специалист, который проводил оценку участников. Ну и я еще хотела бы вам показать. У меня здесь есть презентация. Не знаю, будет ли это работать. Ну, мне кажется, у меня нет здесь. А, вот здесь вы видите. Значит, вот мы представляем эту работу. Это один из победителей, кстати, на этой книжной ярмарке. И это вот новая выставка. Вот видите эти картины, эти иллюстрации. То есть это тоже в Болонье происходит, эта выставка каждый год, эти картины там попадают, эти иллюстрации. Это также, это вот выставка в Болонье опять-таки, вот как вы ее там видите. И потом также еще выставка Святой Вероники, которую видите, вот еще одна выставка. Это первая выставка, которая будет организована в ближайшее время. И фактически очень, очень, очень интересный художник, который находится под влиянием немецких иллюстраторов. И вот вы видите, очень, очень интересно, это гора Фуджи, который также, безусловно, он находится под влиянием китайских и японских художников. Потом также тут работа мистера Пейдж из Тайваня. Видите, это оловянный солдатик. Его иллюстрации мы как раз попросили, чтобы они иллюстрировали рассказки и попытались описать историю при помощи иллюстраций. Как видите, тут самые различные стили, различные подходы. И потом также был прекрасный рассказ Артура Андерсена, это «Оловянный солдатик», и иллюстрация была сделана этими художниками. И поэтому вы можете увидеть, что то есть это такой, это западный стиль сейчас. А потом вот еще один прекрасный художница Нина Водрос. И у Вилли есть прекрасный подход к иллюстрациям, оригинальные иллюстрации. Но тут совершенно другая уже история рассказывается.
Здесь мы видим, это швейцарский миф, который он иллюстрирует. И вот эти есть вот горы, это совершенно новый подход, интересный вид, это храбрый солдат, который находится вот в таком окружении. Вот еще очень интересная очень также целая книга, в которой была проиллюстрирована еще одним художником, это поездка, путешествие Пипу. Здесь мы говорим о том, что постепенное, вот это длительное путешествие главного героя, которое иллюстрируется этим художником. И мы видим здесь самые различные ландшафты, различной глубиной артистической выраженности. И также есть еще один прекрасный иллюстратор, который проиллюстрировал интересную сказку «Сирена» и другие, знаменитая русалка и влюбленные гиганты. Также очень интересная история, интересная сказка, которая была проиллюстрирована неортодоксальным, очень интересным способом. И это итальянский художник, и также из других стран. Вы видите, насколько интересный подход к иллюстрациям этих рассказов. Это сказка, это рассказ, каким образом создается вот такой интересный ландшафт, нестандартный подход к иллюстрации подобной сказки. Потом также можно говорить о истории. Вот еще один рассказ очень интересный, который был проиллюстрирован еще одним художником. То есть вот тоже нестандартный подход к иллюстрации. И безусловно, эти иллюстрации имеют особое значение. И мы дальше здесь наблюдаем определенную эволюцию в иллюстративной истории этих художников. Мы видим, как они меняются, как подход их меняется, и как рассказывается история, как она раскрывается перед вашими глазами. И вот эти, безусловно, иллюстрации очень интересные, нестандартные, и говорят о таланте иллюстраторов и художников. Плохо слышим вас, к сожалению, да, все пропадает. Вот еще один прекрасный пример, еще одна сказка интересная. Это дом диких зверей, как вы видите. Это еще одна книга, прекрасно проиллюстрированная художником. Здесь рассказывается о семье, в которых много домашних животных, и все они дикие животные, и развивается событие, описывающее взаимоотношения диких зверей и семьи. И также, вот видите, некоторые иллюстрации, которые делают более глубоким, трехмерным основную тему этой сказки. Теперь я хотел рассказать вам, это каталог американских иллюстраций. Несколько слов. Это Южная Америка, он там был опубликован. Это новый каталог, который был опубликован в Южной Америке. Вы меня слышите? Да, слышите? Да, мы вас слышим. Я вас не слышу, вы меня слышите? Вы меня слышите? То есть я продолжу говорить. Надеюсь, что вы меня слышите. Итак, вот этот каталог
который был опубликован в одном из издательских домов Латинской Америки. Он был создан. Задача этого издательства была увеличить осведомленность о присутствии в Латинской Америке знаменитых иллюстраторов, чтобы они знали не только в Латинской Америке, но и в других мирах. Каталог был. Там было очень много ссылочной информации, перекрестной информации. Та информация, которая предназначалась не только для стран Латинской Америки, но также для западных стран, других стран. И потом было несколько выставок, и потом был сайт на интернете в отношении этого каталога. Но они не посылают оригиналы, они посылают цифровые файлы, там 4-5 иллюстраций посылают в цифровой форме. Поэтому где-то у нас где-то от 800, примерно 1200 участников, и более тысячи картан, и 50 иллюстраторов, и призы до 5000 долларов призы, и победители. Первый год это Попов был победителем из Мексики, а потом следующий год Фера Баревдо из Мексики, Макасала из Мексики были победители, Альпа Любимо из Мексики тоже. И еще был один победитель, тоже из Мексики, потом Аля Пеня из Испании. Несколько человек победителей было из Испании также. И они были победителями, и все получили призы. Я, к сожалению, я вас не слышу, и поэтому вот я могла рассказать вам только то, что вот я смогла. Я возвращаюсь к Анастасии, пожалуйста. Да, большое спасибо, Тереза. Тереза. It was very interesting, and I'm sure that also our artists will be eager to take part. Our artists who are older than 25. Так, большое спасибо, Тереза, за вашу презентацию. Now we have to ask Eduardo Felipe. Так, теперь надо попросить Эдуардо Фелипе из Португалии. And old enough contest for illustrators. Расскажет о прекрасных мероприятиях, которые были организованы. И будет очень интересно о достижениях в этой области. В Португалии я очень рада видеть вас, Филиппе. А вы меня сейчас слышите? Да, слышу. Так, я могу начинать, да? Могу начинать. Да, пожалуйста, сделайте знак, что меня слышите. Дайте мне знак, что меня слышите. Так, Эдуардо Филиппе, вы меня слышите? Так, ну хорошо, я начинаю. Большое спасибо. Во-первых, я хотел бы поздравить всех организаторов за то, что у меня возникла возможность участия в этом мероприятии. И также Елене хочу лично благодарность выразить за возможность участия, что она пригласила меня участвовать. Как естественно, в Болонье всегда требуется... Это Болонья, это прекрасная, самая крупнейшая выставка, которая приглашает большое количество знаменитых иллюстраторов, художников, и чем больше их, тем лучше. И также вот вы прекрасный координатор, и спасибо за организацию этого мероприятия и этого соревнования. Я хочу говорить. Два человека создали эту основу. Я и Джугудини создал эту выставку. То есть все это было организовано мною и им. И задача, она слишком смущалась, поэтому она не хочет быть, так сказать, публичным человеком в организации данного конкурса. И я бы сказал, что самый лучший способ, как вам рассказать, объяснить вам определенные моменты, связанные с этим, в этом соревновании, это рассказать, как это все развивалось исторически, как создавался это соревнование.
У нас это усилие длилось определенное время. Это не наша постоянная работа. Мы химики, мы учителя химии. Я учу, например, химический инженерный и термодинамику. Я преподаю в Лиссабонском университете. Это моя первая работа, первая обязанность. И несмотря на то, что мы химики, мы всегда были очень заинтересованы в искусстве. Мы любили искусство, и особенно визуальный вид искусства. И в начале 90-х годов мы влюбились как раз в иллюстрации детские книги. Не просто общие иллюстрации, а именно детские книги. Потому что эти книги хороши для всех, независимо от возраста. И поэтому в 90-х годах, когда мы действительно влюбились в искусство иллюстрации, мы начали создавать частную коллекцию рисунков, не только португальских, но сначала только португальских, потом других, но потом начали уже искать со всего мира, собирали прекрасные картины, иллюстрации со всего мира. Это было самое интересное. Более чем 10 лет подряд нам единственное, что нужно было делать, это мы путешествовали по миру, собирали самые удивительные, самые интересные произведения искусства. И поэтому у нас вот это было удивительно возможно находить новых иллюстраторов, новых художников, новые чудные картины, иллюстрации. Это была наша главная задача в течение многих лет. И потом мы создавали частные коллекции, искали эти коллекции в частных коллекциях. Но, может, где-то через 10-15 лет, чуть позже, мы поняли, что уже пора заняться чем-либо другим. Вы, наверное, знали, что Карл как раз сказал, что если у вас есть страсть к чему-либо, вы хотите поделиться этим страстью со всем миром. Как раз то, что произошло после 15 лет, у нас была вот эта страсть к картине, иллюстрации, книге. Вот эта страсть, и мы решили ей поделиться. Мы подумали, что нужно организовать мероприятие, чтобы поделиться всем тем, что мы так любим, и в отношении этих глубоких чувств, которые мы испытываем. И нам очень повезло, потому что мы нашли хорошего спонсора, который организацию Биеннала, и первая из них произошла 2003 года, в то время тогда было 3 издания было. Мы сейчас подготавливаем 9 издание уже. Оно 3, мы, первые 3 у нас мэрия Бахайо спонсировала нас, это рядом с Лиссабоном, сейчас совсем рядом с Лиссабоном, через реку находится мэрия, и мэрия была спонсором первых 3. И правила очень простые. Мы приглашаем иллюстраторов со всего мира, и они нам присылают 3 оригинальных картины или иллюстрации. Это задача очень проха, обязательно оригиналы. Но тогда было очень мало цифровых художников было, но они должны быть опубликованы все-таки в течение... То есть там задача была какая? Что предыдущие 2 года они были бы опубликованы, и тогда международные жюри их судят, и тогда принимались их картины, их иллюстрации. И потом они выбирают 50 иллюстраторов для следующей выставки, и потом из них уже выбирают победителей. Это такая система, таким работал. То есть вот это соревнование очень быстро развивалось, набирало обороты. Было 500 иллюстраторов, а последняя была публикация уже в 2018 году. У нас было уже больше 3000 иллюстраторов, и количество их постоянно растет очень быстро. И мы видим, что сейчас нам уже приходится работать с большим количеством, большими цифрами. И достаточно сложно уже работать с постоянно растущим количеством художников, иллюстраторов. Поэтому первичные издания, это была основа выставки, были первые региональные, плюс каталог мы печатали. И я считаю, что мы одна из причин, почему мы это стало настолько популярным во всем мире, вот это движение. Потому что с нашей точки зрения мы считаем, что качество каталога и выставок постоянно
художники, мы здесь наблюдаем, они очень разумные в отношении того, каким образом репродуцируются их иллюстрации. С первого каталога мы сознательно, тщательно работали над тем, чтобы подготовка каталога, печатание каталога было насколько качественно, насколько это возможно. Качество было очень важно, это была наша задача сделать каталог высококачественным с точки зрения печати. И вот один из них как раз я показал вам. И одно еще очень интересных моментов, с которым работает наше жюри, 5 членов жюри. Мы бы хотели иметь, чтобы кто-то приехал, который участвовал в нашем жюри и не был связан с миром иллюстрации книг. То есть это человек, который со стороны, из другого области знаний, профессионализма. Вот в первом издании каталога у нас был как раз индустриальный дизайнер Стефано Джованоли, был человек, который не связан с миром книг. И в другом жюри, как раз в другом издании каталога у нас был стилист, музыканты иногда у нас присутствуют в жюри, которые также не имеют отношения. Дизайнер у нас участвовал в жюри. То есть это люди, которые не связаны с миром книг, иллюстраций. И это имеет смысл, конечно, на фоне вот этого визуального искусства, в общем, подбирать человека, который не имеет отношения к этому миру. И это будет незамыленный свежий взгляд на подобный конкурс. Это очень важно иметь. Также четвертое издание. Мы уже пошли дальше. Мы переехали в Лиссабон. Нас пригласил музей энергии и электричества в Лиссабоне. Нас пригласили. Это был, конечно, парадокс, потому что музей электричества в Лиссабоне, это он находится очень в старой электростанции Лиссабона. И я учу, и очень часто я термодинамику, когда я учу, это как раз очень удобно учить, показывать им, как все это происходит. Я провожу там свои лекции, и поэтому было очень просто осуществить четвертое издание биеннале подобного каталога именно в этом здании. Также давайте я покажу вам некоторые фотографии. Это как раз это музей электричества и электроэнергии в Лиссабоне. Здесь у нас было 4 каталога. Очень интересное место, необычное. Нужно было найти новый способ, как показывать выставку, потому что картины, они очень, очень хрупкие, нужно их беречь, чтобы они не погибли, не нарушены, чтобы они не потерялись в таком большом пространстве. И поэтому нам повезло, что нам удалось организовывать эти выставки таким, дизайн которых был осуществлялся знаменитыми архитекторами, которые прекрасно работали с пространством, с объемами. И также мы попросили также профессиональных архитекторов, чтобы они сделали дизайн расположения этой выставки. Все это было на веб-сайт, то есть мы ушли от www.illustrator.com, перешли на пяти, на другой сайт по определенным причинам. Сейчас можно все это найти, наш веб-сайт. Он новый, вот это последний. Вот видите здесь, и здесь вы можете на этом сайте посмотреть все наши картины, все иллюстрации, которые находятся в этом музее. Когда мы начинаем, вот первый был каталог, первое издание было. Вот это музей электроэнергии, как вы видите, это таким образом вот он выглядит, пожалуйста. Картины были... Они были в ящиках. Вот то, что я вам хотел показать. Значит, по 3 картины от каждого иллюстратора. Здесь вот такие вот, чтобы вы имели представление вот о том пространстве, в котором работали художники. Вот у нас здесь целые, собственно говоря, такие специальный зал для показа картин. Следующая выставка в 2012 году была.
И наши архитекторы вот такое сделали расположение, спроектировали 50 ламп. Ну, фактически это как прикроватные такие тумбочки с лампочками. Такая концепция. И книга, как бы, которую вы читаете на ночь. Но в данном случае это были, конечно, огромные тумбочки. И каждая такая иллюстрация, она была как была внутри ящиков. Вот видите, люди могут выдвинуть такие ящики и посмотреть эти иллюстрации. Видите, они достаточно большого размера. Иногда эти выставки переезжают в другие места. Мы их перевозим, например, возили в Мадрид, Матадеро. Вот, собственно говоря, после нескольких месяцев выставки в Лиссабоне мы ее доставили в Мадрид. В 2014 году новая уже концепция, новое расположение. Мы взяли концепцию, ну, как бы игры в кирпичике, в строительные блоки, из строительные блоки. Мы сейчас вот вид сверху. То есть они похожи на строительные такие кубы, блоки. И картины находились вот внутри этих блоков. Но здесь что интересно, что они были очень мягкие. То есть люди фактически могли сидеть на них. И картины выставлялись внутри этих легких блоков, внутри этих кубов. Хорошая идея с нашей точки зрения. И людям это очень понравилось. Им очень понравился вот такой способ экспозиции. В 2016 году уже другие были концепции, другие идеи. Мы построили два таких небольших дома. Фактически, ну это, собственно говоря, прототип дома. То есть это не... То есть это похоже на... рисунки детей, когда они рисуют, когда они маленькие, вот они рисуют такие домики. И, соответственно, чертежи, картины, они экспонировались вот внутри этих домиков. И вы видите, здесь это как целый город таких маленьких домиков, где, собственно говоря, находились все рисунки. Ну, мне очень быстро... пришлось пробежаться по этим картинкам. Но если вы посмотрите наш веб-сайт, то вы увидите. То есть это как деревня или как маленький городок, где, собственно говоря, размещались все эти картинки. Это, кстати, картина победителя Виолетта Лотис, которая была опубликована в 2016 году. Последняя выставка мы... переехали уже в другой город Португалии, Штелу-Крэп, Белый замок, достаточно далеко от Лиссабона, это уже на границе с Испанией, но здание действительно просто великолепное, потрясающее. Вот в таком здании, где мы проводим выставки сейчас. И, естественно, очень интересно это. Все были рады, что вот архитектура как бы приняла участие в этом конкурсе. И последняя выставка Artina Architecture. Мы использовали идею линий. То есть, когда вы, скажем, есть какой-то рассказ, есть какая-то линия у этого рассказа, как бы вот эта материализованная линия истории, то есть которая идет по всей комнате, в зависимости от, соответственно, от комнаты отличаются цвета. И таким образом вот картины располагаются, они на линии этой истории. В данном случае победитель был китаец, иллюстратор Юшен Ли, который живет в Берлине. Ну вот такие у него были картины. Здесь можно видеть разные, разного цвета линии.
Ну, если хотите, можете позже посмотреть на веб-сайте более подробно эти картины. Что еще хорошо вот по поводу этих конкурсов, которые мы проводим, кроме самого конкурса и выставки, и 50 иллюстраторов, которые мы отбираем, поскольку мы вот с четвертого издания мы уже начали приглашать известных иллюстраторов, чтобы внести свой личный вклад в эту выставку. Мы издали каталог данной выставки, и в данном случае, вот скажем, в прошлом году мы пригласили Ингрид Гордон, бельгийский иллюстратор, вы знаете ее, это фламандский иллюстратор. Прекрасная совершенно выставка ее работ. Вот в предыдущих изданиях очень известные имена у нас были, такие как Голд Элбрух, Мартен Жахи, Серж Блок. Я могу вам показать, например, в данном случае у нас есть вот эта выставка Сержа Блока. В том же, кстати, зале, что и другие выставки проводились. Вот рисунки Сержа Блока и некоторые скульптуры, которые он сделал прямо на месте, специально для этой выставки. В то же время, параллельно основному конкурсу и выставке, мы пригласили к участию очень известных художников и, соответственно, коллекцию каталогов, которые они иллюстрировали. Ну и в заключение хотел бы вам сказать о параллельном, так сказать, инициативе, которую мы предприняли и которая нам очень понравилась. Мы любим иллюстрации, особенно прикладное искусство. И прикладное искусство очень часто, оно можно применяться к совершенно разным объектам, и книги — это только один из объектов, поэтому мы организовали партнерство с Португалией, с китайскими специалистами по фарфору. Вы знаете, что там тысячи лет уже производится великолепный фарфор, и вот сейчас уже более 10 лет мы выпускаем коллекцию тарелок из фарфора китайского, и у нас есть соглашение, договор с художником. Я могу вам показать вот такой образец. Это, кстати, с картины Ингрид Гордон. Или, например, вот здесь Сатои Тон. У нас есть тарелка тоже с фрагментом картины Сатои Тон. И форма меняется с каждой картиной. Некоторые могут вешаться на стены. У нас есть коллекции 20 разных тарелок, блюд с различной конфигурацией, которые выдержки из иллюстраций, из рисунков этих иллюстраторов. И сейчас мы готовимся к 9-й выставке. Но из-за пандемии мы пока еще не знаем точно даты проведения. Но где-то будет в начале следующего года. Окончательно даты пока еще не были объявлены. Ну, я думаю, очень скоро мы объявим, выставим на нашем веб-сайте. Но фактически не из-за пандемии, но после 8 выставок уже пора поменять правила. И поэтому мы спроектировали как бы немножко по-другому этот конкурс. Правила, я первый раз, собственно говоря, говорю об этом, они скоро будут опубликованы на нашем веб-сайте, но основное отличие будет заключаться в том, что мы будем полагать на систему номинаций и кандидатов, и номинированных. То есть мы пригласили номинаторов
те, кто будет номинировать на эти призы со всего мира. 40 экспертов, ну где-то от 40 до 50 экспертов у нас будет, которые будут заниматься номинациями по иллюстрациям. Не только художники, кстати, но и дизайнеры, специалисты по иллюстрациям, редакторы. И мы пригласили каждого вот из этих людей. Мы для того, чтобы они нам высказали свое мнение, какие, на их взгляд, лучшие были 5-10 книг, опубликованные в последние годы. Мы соберемся в Португалии. Соберем в Португалии вот все номинированные книги, которые будут указаны этими специалистами. И, наконец, жюри, которое приедет в Португалию, или в зависимости от ситуации с вирусом, так сказать, может быть, онлайн это будет, но, тем не менее, 50 будут отобраны для каталога, и номинированные вот этими людьми книги будут. Но это, конечно, не только для опубликованных книг данный конкурс, потому что мы попросили специалистов по номинациям выдвинуть не опубликованные книги, если они знают, какие-то, может быть, им известны какие-то проекты, которые они считают стоят того, может быть, в предыдущие годы они видели это. Новые правила скоро будут объявлены, вы увидите их на нашем веб-сайте. Он будет обновляться, этот веб-сайт, и, пожалуйста, мы приглашаем всех посмотреть наш веб-сайт, и в ближайший месяц, может быть, даже меньше, чем месяц, там будут уже более подробные сведения обо всем этом. Ну и надеемся, что вы будете поддерживать Иллюстрарта, по крайней мере, посещать наш веб-сайт, по крайней мере, когда уже будет организована эта выставка в начале 2021 года, и надеемся, что пандемия уже сойдет, так сказать, на нет, и в данном и уже мы сможем Каштелу-Бранку и этот город посетить на границе с Испанией. Все вы сможете. It was wonderful, so interesting to see the architectural projects that are really extinguished. So, очень интересно. Thanks a lot. Now we know more about your contest. К сожалению, не really, слышно. Really fantastic. You know, we also have our international contest for books, illustration and design. It is called the Image Итак, of the Book. Мы говорим and сейчас it exists already for 13 years, but only during the last 3 years it became international. And thanks to Bologna Book Fair, to Elena Pasoli, they know more about our contest. It's on their website. And we have, every year we have more and more participants from different countries. We have them also from Portugal and from Italy and from China, Iran, Slovakia. It is wonderful to see new talented illustrators. So we invite also illustrators from other countries to take part in it. The news from this contest will be shown here at the Moscow Book Fair in 2 days. So on Saturday we'll have a ceremony for giving awards of the Image of the Book contest. Невозможно. Thank you so much. I'm very grateful for all of you for taking part in our conference. And I hope that we'll meet in real life very soon. All the best to you and stay safe.